Так, продолжаю съемку по второй аллее Южного района, Большого района, улицы Минусинского. Вот это вторая аллея. Вот первая аллея, она как бы снята у меня в первом ролике. Значит, этот дом у нас номер 22, а вот это дом номер 24. Вот. Далее подходим ближе. Там у нас вот этот вот дом номер 26, это на торце зелено-синим. Вот, а это все иду вдоль дома номер 22. Вот здесь я во дворе сделаю такой круг. Так, ну круг сделаю. Ну вот дом номер. Я все время путаюсь. Так, дом номер 26. Я вот сделаю вот так вот полностью, но потом я все равно мимо него пройду там по дворику. Так, вот иду мимо дома номер 22, который такой букву Г. Буква Г здесь заворачивается. Заворачивается. Там дальше вот детский сад, собственно говоря, вот с этого района начал, с того места начал первый ролик. Все, тут у меня получится два ролика, дай бог, что фотоаппарат не подведет и хватит электроэнергии. Вот. Прохожу я вот так полностью. Вот такой вот кружочек такой тут. Зеленый. Здесь делаю поворот. Вот. И опять иду до дома номер 26. Вот. А, за 26-м домом я. Так. Два. Ага. Все, я понял. Нет, я этот дом обхожу. Это немножко схема другая, в общем-то. Полностью аллею я снял, можно сказать так. Вот она, первая аллея. Точнее, вторая по порядку моей съемки. Вот. Условно, три ряда домов. Вот, и между ними, так сказать, две аллеи находятся. Обхожу дом 26. Опять. Вот здесь я тоже проходил уже, но ничего. Тут петля не петлять придется, потому что по-другому, наверное, самый такой самый разумный способ. Да. Девчонки. Так, ну вот, обхожу дом. Так, обошел я дом 26, вот, а 24 не обошел, ну ладно. Сейчас я зайду как раз вот в этот двор общий. Пройдусь по вот этому двору. Вот так вот здесь пройду ли я. Вот это двор между 24-м и 26-м и 24-м домом. Так, вот тут вот так вот идет. Это у нас дом 26-й. А вот это дом 24-й. Так, и дальше я, вот двор я заснимаю этот, так вот,
Ну, такой простенький двор. Качели, песочницы. Тут березки посажены, акации посажены. Еще какие-то деревья. Вот это я не знаю, как это называется. Вот. Обхожу его. Так, и захожу во двор между домом 24 и домом номер 20. Вот, он будет там. Он будет там. Вот, ну тут можно сказать, что два зама. Этот дворик отдельный замкнутый, вот тут березы растут. Хорошо посажены березки, хорошо смотрятся. Вот обойду так все по периметру и выйду там. Так. Туя, березка, тоже березы. Тут березы уже выросли такие, не маленькие, скажем так, не совсем детские. Так, это у нас 24-й дом был, а это вот 20-й. Тут как бы они торцом стоят подъездами сюда, эти дома. Тут и внутренние подъезды, и внешние есть. Ну, наверное, у каждого подъезда, так сказать, свой вход. Ну, а это вот 28-й дом большой. Подхожу к дому 20-му. Тоже сейчас зайду за угол 20-го дома. Ну, это тут кто знает, этот район, там будет проще разобраться, но в принципе вот такая вот здесь нумерация домов. То есть микрорайон, надо знать, как он устроен. Вот двор между домом 20 и домом 16. Вот это вот дом номер 16. Вот, а слева у меня дом номер 20. Вот он такой большой двор. Тут и автомобильная стоянка, и детская площадка. А с растительностью здесь, так сказать, не очень богато. Вот. И сейчас я обойду вот эту отдельную башню. Это как бы это дом 16. Дом 16. Вот это вот дом 16 передо мной. А вот эта вот башенька отдельная, желтая внизу и серая вверху, это дом 16. А рядом вот это 18-й дом. Опять я вот вышел на этот маршрут, но мне надо вот этот дом обойти с той стороны. Я вот уже не помню, вроде как бы я его обходил. Там вроде есть обход. Такой, он одноподъездный. Так, вот, лавка Бахуса.
и бочонок. Ну, все до бухания, скажем так. Так, во дворик этот я пройдусь. Во дворик сейчас. Вот маленький очень такой участок. Ну, мне потом налево завернуть сюда. Вот. Здесь у нас жилищный трест, лучший дом группы управляющих компаний. Вот он так, подвал какой-то. Опять я подхожу к улице Минусинской. Вот, но сейчас я ее пересеку и пойду в северную часть этого микрорайона, где здесь находится 4 дома. 4 дома новых. Вот там вот, это вот этот, как бы на входе стоит 2 немецких дома таких. Вот, вот таких с конусообразными крышами. Вот здесь улица Минусинская заканчивается. А я сейчас зайду вот в этот двор. Это дом номер 21. Вот он, дом номер 21. Ну, внешние фасады я уже снимал. Там дальше идет эта улица Павлика Морозова. Она как бы является пограничной, замыкая такой окольцовывающей улицей. Вот. Вот с левой стороны это прямо это дом номер 19. Знаешь, вот это вот 21 дом. Дом номер 19. 19-й дом такой, можно сказать, что П-образный. Неправильной П-образной формы. Или как бы буква Г. Вот дом номер 17. Здесь камень, покрытый российскими цветами. Что там, может, что-то написано? Ничего не написано. Так, вот 17-й дом тоже. Длинный такой. 21-й. 17-й. Вот самый большой здесь дом. Номер 21-й. Извиняюсь. Номер. Господи. Номер 19-й, который вдоль дороги идет. Большой дом. Сколько тут? 6 подъездов у него. Вот. Ну, я уже сейчас перехожу к завершающей. Сейчас этот дворик детский. Вот. Я сейчас перехожу к завершающей стадии видео. Последнему дому, из которых я, который я снимаю, это у меня дом номер 15. Вот справа дом номер 17. Вот это дом номер 15 появился. Прохожу мимо него и выхожу из района. На улицу Беговую. Так, дом номер 15. Вот он тоже такой
Г-образный домик, тоже не маленький. Вот он. Да, практически у меня, наверное, два крыла почти одинаковых. В общем, дома здесь не одинаковые по конфигурации. Может быть, там в центре есть пару одинаковых домов. А так они все с такими изгибами-загибами. Вот передо мной улица Минусинская и торец дома номер 14. А там дальше дом 16, вот оранжевый торец. Ну все, сейчас снимаю немножко задний вид. Вот так вот. Вот. Слева дом номер 15. Это дом номер 19. И вот улица Минусинская, дом номер 16, дом номер 14, ну а вот там вот в конце это дом 16. Все, иду я дальше, это вот улица Минусинская тут как бы продолжается туда, и здесь я иду сейчас на перекресток с улицей Беговой. Вот этот домики, эти домики я тоже люблю снимать. Вот старые домики, их, видимо, будут ремонтировать. Забором загородили. Уже какие-то леса начали появляться вокруг них. Крышу ему переделали. Вот, а вот этому, до этого дома еще не добрались. Крыша пока еще под шифером, и дом еще пока без лесов. Вот и такой старой покраски. Ну, видимо, его в советское время тоже все эти домики ремонтировали, как-то красили. Вот, но все это уже изрядно обтрепалось. Вот так вот все это выглядит. Улица Минусинская со стороны улицы Беговой. Вот, теперь можно будет знать, где находятся дома. Вот, а я пока, у меня тут еще время есть, чтобы, ну, использовать, я как бы засниму улицу Беговую, вот от этого места до улицы Киевской, или может дальше там, если хватит времени. В общем, до конца его на раз запущу. В общем, иду по Беговой. Вот, да, этот дом уже начали одевать в леса, а этот еще нет. Черепица немецкая еще, кстати, на нем. Просто не хочу повторять опять маршрутов, то же самое так. Не люблю я проходить по одному и тому же месту, хотя, когда вот занимаешься видеосъемкой, приходится делать там иногда по два галса. Черепица новая, ну домик, в общем-то, отремонтировал, это большой такой домик, их тут, по-моему, три таких дома, которые стоят перпендикулярно улице Беговой. Вот этим домом тоже пока еще не занимались, все в первозданном виде, немецкая черепица и, ну, фасад такой неухоженный пока еще. Вот, а здесь уже вот фасад, сейчас немножко с другой стороны его сниму. Вот, раз, два, три, четыре. Четырехподъездный такой дом двухэтажный. Вот это вот следующий дом такой же. Он, по-моему, еще пока не отремонтирован. Этот уже как-то фасадно уже отремонтирован. А этим только еще занимаются. Крышу перестелили, а фасада еще нет. Вот тот дом вот на Беговой, ну, можно сказать, полностью сделали фасад. А этот нет. Вот это второй такой длинный дом.
Беговая 3440, он тоже четырехподъездный. Ну, они одинаковые или однотипные, скажем так. Одинаковые, наверное, все-таки их не бывает. Вот он такой. Был такого сиреневого цвета, он последней покраски. Но опять сирень все это облупилась. И вот эта прусская желтизна, рыжизна выступила опять. Ну, я бы сказал так, что, наверное, все-таки четыре этих дома. Три дома вот стоят вот торцом, вот так вот, как вот этот. Вот это сейчас я третий дом снимаю, он тоже отремонтированный. Вот, а вот этот дом находится вот в ремонте. Крышу мы переделали, но он весь как в цементе там. Шпаклевки во всякие. Вот. Четвертый, это третий дом. Такой перпендикулярный. Вот. Вот, и вот это вот четвертый дом, он тоже похож на те вот три дома, но он просто расположен вот так вот, не перпендикулярно беговой, а параллельно, как бы, через дворик. Вот, здесь ремонт продолжается, правда, я самого ремонта, правда, не видел, что вы делали. Ну вот, ремонтные леса, они тут, как говорится, наличествуют. Ну а дальше уже идут такие небольшие двухэтажные, двухподъездные домики. Вот тоже похожие друг на друга. Вот, и в разной степени отремонтированные. Деревьями они закрыты, ну, я говорю, каждый раз я снимаю все по-разному. Вот сейчас я стараюсь снимать правую сторону, потому что с левой стороны находится солнце. Там солнце-то уже само скрылось, собственно говоря, за домами, но от света оно дает, а это мешает немножко съемке. Ну вот, видите, два дома, один слева отремонтирован, а справа находится в стадии ремонта, но уже с новой крышей. Вот этот дом тоже уже 12-й отремонтирован. Ну, у меня еще эти дома, по-моему, засняты в неотремонтированном виде, что самое интересное. Вот этот вот. Ремонт все сделали. Теперь будем ждать, когда все дело осыпется опять. Вот. Ну вот тут тоже крышу переделали, а дом так вот интересно отремонтировали. Сколько тут подъездов? Да, он трехподъездный. Вот кусок отремонтировали, тут подъезда, видите, один этаж, да? А остальное так вот пока в развале. Вот, ну и вот этот дом то же самое. Тут крыша, смотрю, шифер, и дом пока еще не ремонтировался. Ну, может, через год здесь эта картина поменяется. Вполне возможно. Вот, беговая, дом один, подъезд. А здесь дом два, вот этот подъезд. Ну, говорил, в Калининграде старые дома, они в основном по номер дома, это номер подъезда. Соответственно, там нумерация квартир, там она там тоже ограничена. Никак на весь дом, там по 200-300 квартир там. Ну вот, вот такой у меня сейчас получился видеоролик улицы Беговой. У меня там еще, наверное, время есть. Я немного пройду по Киевской, я посмотрю, насколько там хорошо снимать против солнца, которое уже садится, правда.
Так, вот там вот новый дом построили. Три минутки мне осталось. Ну, я, собственно говоря, можно будет дотянуть до конца ролика, чтобы ролик получился полный. Это, скажем так, не развлекательное видео, оно как бы историческое видео, ну, в плане того, как дома меняются. В этом историчность, в общем-то, и заключается. Вот переход от Булыжника, улица Беговая, вот начинается, и на улицу Киевскую. Так, а я сейчас пойду на ту сторону и оттуда буду снимать. Тут вот тот дом вот еще не отремонтировали, который прямо нижние этажи, только так, там где магазины, подкрашены. А вот эти дома, вот Киевская 83, дальше, они отремонтированы. Так, дальше у нас идет поворот на улицу Восточную. Вот, ну я туда сейчас не пойду. У меня если бы было чуть побольше времени на ролик, я бы, может быть, еще раз по стройке прошелся бы, близлежащий перед моим домом. Вот тоже в переход асфальта, Булыжник. Вот эта улица Восточная направо идет. Она тоже небольшая очень. Вот мне надо будет на каждой улице количество домов посчитать. Ну вот тут с правой стороны, наверное, там два, там или сколько, три дома. Тут вот тоже такой ансамбль. Станция какая-то санитарная. Киевская 70. Пожарная. Там... Так, вот Панарск, с которого я, собственно говоря, начал сегодняшнюю вечернюю прогулку. Вот это дом 74, вот этот вот желтый, одежда из Европы. Ну, там Балтийский универмаг. Вот, я сейчас захожу 76-78 дом. Ну и чуть-чуть захватим двора. Нужно будет посмотреть, как здесь делают прямо несколько секунд ремонт. Ну вот доски тут эти уже недели валяются, никому не нужны. Вот, а вот тут тротуар такой. Так вот вдаль.